на протяжении длительного периода мне пришлось пролежать в больнице. И когда я вот очнулась от наркоза после операции, я подумала, что я хочу учиться именно на врача, на детского врача и на детского эндокринолога. Практически с самого первого дежурства мне пришлось столкнуться с ситуацией, в которой вот своими собственными руками пришлось человека доставать с того света. Сказать честно, в те моменты, когда ты работаешь, забываешь обо всем. Учиться можно бесконечно. Но пока ты не приступишь к практике, ты не поймешь, насколько это важно и насколько это сложно. После операции я, не знаю, наверное, настолько прониклась в духа медицины. Врач – это тот же воспитатель, который может направить. В течение вот всех этих дней, которые я провожу здесь, на каждом этапе мне приходится взглянуть на себя со стороны. Приехав сюда, я поняла, что надо решить проблемы своей страны. Перед нами поставили задачу – разработать дорожную карту развития молодого специалиста в области здравоохранения. Мы пытаемся не переворачивать страну, не переворачивать систему, но при этом сделать так, чтобы и нам, врачам, и пациентам, всем жилось лучше. Всем хотелось добиться какого-то результата, не откладывая его до завтрашнего дня. Мы сами для себя ищем, что нас не устраивает. Вот именно в этом общении рождаются действительно идеи коллективные. Эти точки соприкосновения, которые мы находим. Сознанием приходит какое-то переосмысление, меняется твое мировоззрение, ты начинаешь по-другому оценивать ситуацию. Здесь все люди прекрасны, каждый по-своему интересен. Всегда есть с кем поговорить, всегда есть кому прислушаться. Что бы я ни сделала, я все сделаю правильно. Врач – это человек-душа. В этой профессии без духовности находиться невозможно. Ты всегда готов, ты всегда хочешь, ты всегда идешь вперед. Раз мы пришли в медицину, мы должны думать только о том, как завтра правильно лечить людей. В этом городе все не напрасно. Каждый прожитый миг неспроста. Здесь становятся люди прекрасней, наполняя смыслом сердца.